Всем привет! Значит, сегодня будем ремонтировать надувной такой бассейн детский, самый дешевый китайский. Значит, расскажу, как найти отверстия, проколы и каким клеем клеить. Значит, клей вот такой, профессионал для ПВХ. Без всяких ладок вырезать ничего не надо. Главное, экономно и сердито. Недорогой клей. Уже 25 дырочек маленьких нашел в этом бассейне. Сейчас покажу, как это делать. А, и для этого нам еще пульверизатор надо будет, любой. Какой у вас есть, и чтобы был мыльный раствор, обычное жидкое мыло добавляете 5 миллилитров на литр, вполне достаточно. Значит, показываю, как это происходит. Сейчас я уже тут отметил, где у меня дырочки. Вот так вот. Берем по кругу. Вот видите, вот тут вот две дырочки были. Третью как-то, наверное, не заметил. Раскользнула она от меня. Просто по кругу вот так вот проходим мыльной водой. И видим, что вот пузырится. Маленькое отверстие. Все, отмечаем любым маркером черным. Каким хотите. Лишь бы отметить. Главное, чтобы водостойкий был. И все, и поехали дальше. Все по кругу идется. Так же самое вот. Смысл действия понятен, да? Самое главное, вот здесь вот, внутрянки, когда делаете, вот где-то по кругу, и это потихонечку. Не спешите, главное. Вот видим, что идут пузырьки. Они покатились. Значит, в этом месте видно, что прокол. Так же самое отмечаем. Быстро, дешево и сердито. Главное, что без всяких ладок. Полчаса и можно пользоваться. Хоть написано по инструкции 24 часа. Ну, по крайней мере, я вот полчаса жду, надуваю и пользуюсь. Всем всего хорошего, удачи!